Всем привет! С вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». И сегодняшнее видео посвящено подарочной коробке U-Box. Кто не знает, что это такое, можно, конечно, посмотреть в интернете. Но кратко скажу, это коробочка. В данном случае дочка выбрала себе коробку за 4260, в которой от 20 до 30 нужных вещей. Учитывая, что от 20 до 30 нужных вещей за 4260 купить нереально, я сказала, что я куплю тебе сама эту коробку на эти же деньги, ну или чуть-чуть подороже. И вот что у нас вышло. По крайней мере, ребенок доволен. У нас вышло это немножко дороже, но я знаю, что эти вещи мы не выкинем сразу на свалку. 99% из этих вещей. Итак, поехали. Первым и самым обязательным была подушка авокадо. Конечно, она была маленького размера, но мы нашли только большую. Но ребенок сегодня и вчера пляшет, спит в обнимку с этой подушкой, и оно того стоило. Размер подушки примерно 60 на 80, как размер нашего кухонного стола. Я, конечно, не уверена, что на 4000 можно хоть что-то получить дельное, но мы получили, собрали в эту коробку. Так, непосредственно сама коробочка, емкость на 10 литров, микрофон, колонка, плойка, наушники, пауэрбанк, подсветка для видео, рукавички, корона для принцессы, селфи-палка. Там должны были быть мимишные носочки. У нас вот такие получились мимишные носочки. Мимишные тапочки. У нас пошли обычные тапочки, но зато две пары. Чтобы увидеть объем подушки вот в сравнении с ребенком. Всем привет. Вот, короче, мимишная подушка. Стоимость дочка посчитала. Получилось 7114 рублей. Я счастлива. Я видела только коробочки, внутри еще не смотрела. Сейчас будем распаковывать. В соответствии с описанием U-Box у нас не вошла милая маленькая сладость, потому что просто мы уже не стали ее покупать, уже устали собирать эту коробочку. Поп-сокет не вошел, потому что мы не нашли, ну, как бы, реально хороший. Есть только такие пластмасски, которые очень быстро порвутся. Еще не вошел светильник, потому что у нас есть светильник, и мы решили, что оно не нужно. И милая канцелярия. Соответственно, канцелярия нам, в принципе, сейчас пока не нужна, потому что когда-нибудь София хочет еще и U-Box канцелярию. Да, пусть некоторые вещи получились несколько дешевые, и вполне возможно, они не прослужат долго, но они прослужат определенное количество времени, намного больше, чем то, что могло прийти в коробке U-Box. Может быть, конечно, я не права. В общем, для тех, кто думает, что подарить, это у нас подарок ребенку на день рождения, а для тех, кто думает, как сделать большой, дорогой подарок ребенку на Новый год, допустим, то предлагаю собрать U-Box своими руками. Ну вот у нас получилось так. Как получилось? Ребенок доволен, особенно подушкой довольна. Такая подушка, как ребенок сидит на стуле. Сегодня спала всю ночь на ней, в обнимку с ней. Всем до новых встреч. Пока-пока.